Перископ майки.орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здравствуйте. Меня слышно? Нормально? Витя, и вот сразу же пришел ты и просто заставил призадуматься. Здравствуйте, здравствуйте, все. Ой. Да, я, короче, тоже не так давно проснулся и вот, собственно, решил немножечко с вами поговорить о вышедшем батле, да и так в целом, короче, вот. И потом пойду на концерт Кида и КБ, короче, это, если кто-то идет, увидимся там. Витя, я знаю, зачем ты здесь, и я даже не буду врать, я сегодня выпью с тобой вечером на концерте. Но немножко, сильно пить не буду. Привет, Настя. Suicide. Твой рэп в процессе. Кстати, ответь, пожалуйста, как человек, который разбирается в западном хип-хопе. Правда, ты, наверное, не любишь этих исполнительниц, но, тем не менее, кто лучше, Cardi B или Nicki Minaj, на твой взгляд? Я тут просто с человеком спор, собственно, я хочу узнать твое мнение. Cardi B или Nicki Minaj? Слово ИКБ. Что, давайте. Nicki классика. Молодец. Вот за это я тебя уважаю. Cardi B пишет. Да нет, ребята, Nicki Minaj круче, чем Cardi B. Да чем, вот, чем Cardi B лучше, чем Nicki Minaj, кроме как тем, что она трендовая была, между прочим. Сейчас она нахуй никому не будет нужна после развода с Офсетом. Видел вчера батл Максима Паровоза, а ты что видел? Слушай, вот это, конечно, ты меня уделал. Ой... Nicki тащит. Вот так-то. Такое неожиданное начало трансляции. Выясняем, кто лучше, Cardi B или Nicki Minaj. Последний батл был норм, но это не поражение, просто говорю. Ну, сейчас, да, обсудим, наверное, немножечко этот батл. Тебе просто ее жопа не нравится. В девушке, дефис, рэпере, жопа не самое главное. Самое главное – это скилл. Вот. No homo. Yeah, boy. Короче, сразу же скажу, что в своей последней трансляции Антон Загудалин, он же Сектор, уже показал мой толчок, поэтому сегодня, возможно, я это сделаю, но вряд ли. Чё, как у тебя с ПМом? С ПМом не общались пока что, к сожалению. Тоже нравится ее жопа. Ну, да. Следующий батл против Династа, ну, как бы, естественно. А просто в девушке что главное? Душа, естественно. Забатлил бы с Nicki, блять, она бы меня, мне кажется, задавила. Как тебе батл с сыном проститутки против Вовки? Я не смотрел. Гриш, сохрани эфир, пожалуйста. Сейчас, возможно, смотреть нет. Ну, посмотрим. О, Димон пришел. Димон, как у тебя состояние после вчерашней пати? Акид, это который с щелкой был? Я не знаю, по-моему, нет, у него нету щелки. Душа, жопа. Помимо души? Ой, не знаю. Личность, что за жопой?
Твое лицо бесценно. Мое лицо, блядь, да уж. Как всегда крут, no homo, ебой. Если ты с Ники Батлева, так, с ПМом, то кто... Бля, короче, Ники, по-моему, низкого роста. Очень, ну, типа, она низкого роста и с огромной жопой. Поэтому, мне кажется, Владик бы вот так вот сделал бы, и она бы улетела. А. Рэп, Витя, мы, конечно же, сделали. Твое лицо, как мое лицо. Есть планы под биты выступить? Ну, может быть, когда-нибудь, пока не хочу. Смотрел батл ДК Гнойный? Да, я посмотрел, и такое ощущение, будто меня наебали, короче. Ну, типа, слова читал, что-то вообще не про оппонента, просто высказался, в принципе, ничего нового, короче. Но на разик прикольно было. А, да, Настя, это он. Это он. Про замес. Судейство Картрайта. Короче, я давеча, значит, почитал комментарии под нашим батлом с Данечкой, no homo. И, короче, почему-то многие обсирают формулировку Картрайта, да, то есть в судействе. По-моему, нормально все было. Ну, типа, по крайней мере, было... То есть, это была формулировка не хуже, чем у Поха с MyTD, просто, типа, его, как бы, мнение. Не знаю, то есть, я не считаю, что это было предвзято, потому что мы с ним даже не знакомы лично. Поэтому такое вот мнение, что я, видимо, с возрастом становлюсь лучше, как вино. Панчлайн года, блядь. Так, если бы ты прошел финал и Динас, то вы бы 3 раза батлили за год. Что за тупость? Ну, это если финал будет 1-1. Вот. Тогда не выйду. Так. Фушман на связи, ебой. Почему смотрусский исполнитель исполняет полнейшую хуйню, даже если круто батлят? Я, кстати, не знаю, с чем это связано. Наверное, может, просто вкус у вас такой. На мой взгляд, есть сильные русские исполнители, качественную музыку делают. Жизнь неплохо, вот, собственно, проснулся недавно, решил с вами немножечко потрещать. А, когда трек запишу когда-нибудь? Похоронил или Джубили? Ну, в том батле, очевидно, выиграл Похоронил. Вот. Но у Джубили были неплохие моменты. В целом, первый раунд был... забавный, но, на мой взгляд, он как-то перетянул с одной темой, вот, и тема про схемы, панч, короче, слизан с западного батла, у Налава с Бонни Гадаева есть такой батл, вот, ну, Пох как бы выиграл, но я не могу сказать, что Пох прям, как сказать, поднял свою планку, то есть, на мой взгляд, их финал с Терепсом, его батл с сыном проститутки, его батлы на слово «Москва» были посильнее, чем этот. Алфи или Джуб? Ну, Алфавит, конечно. Экстимирон или Смоки Мо? Отличный вопрос. Конечно же, Смоки Мо. Еще и бать. Я патриот своей команды. Смотрел клип «Френдзона девственница»? К сожалению, да. Обидно, что не попал в команду Окси. Нет, нисколько. Батл «Слетаем» ты выиграл лично для меня. Короче, давайте насчет батла «Слетаем». Я скажу все, что я думаю сразу же. Короче, вот есть такая вещь, как мнение судей. И ее никак не изменить. Вот. И поэтому я не расстраиваюсь из-за того, что я проиграл этот батл. Тем более Даня сделал круто. Сделал, ну, типа, наверное, лучше свой батл. Да? То есть вот, в интервью... после батла, это как бы горил, я, в принципе, считаю так до сих пор, вот, поэтому те, кто топят за меня, спасибо вам огромное, вот, те, кто это делают адекватно, аргументируя свое мнение, вам отдельно, короче, респект, вот, но, типа, не стоит из-за того, что судьи решили так, там, как-то хейтить Даню или их, то есть это их мнение, и все. Насчет финала пока что, типа, как я понимаю, как бы не ясно, поэтому посмотрим, что будет дальше.
Насчет слабенько ли я выдал. Ну, короче, после батла с PM, где я был условно злой, да, то есть мне хотелось сделать такой лайтовенький батл, короче, вот. И может быть этим, как бы, в этом я и ошибся, да, что как бы Даня начал наседать, а я типа шутил шуточки, вот, и в итоге и поплатился из-за этого. Но мне в целом, короче, нравится свое выступление, за исключением первой половины второго раунда. Там что-то какая-то скучная хуйня вышла. Ну и плюс, там, те, кто читают мой твиттер, видели, да, вот эту, что у меня было в голове на моменте про, короче, голубей без пальцев, как я, короче, устроил, блядь, графоманию. Вот, я так думаю, что если бы я сделал второй раунд другим, то, может быть, шансов было бы больше выиграть, но, к сожалению, что было, то было. Так, ладно, давайте повеселее что-нибудь, блядь. Что-то я туплю немножечко, сорян. У вас, да, сколько дней уходит на написание батла? Да, примерно, именно на текст где-то, наверное, неделя. Вот, а на подготовку, типа там, на сбор каких-то тем, хер его знает, на изучение оппонента, вот, наверное, где-то недели две-три. Охуенная энергетика была от вас на батле, но ты все равно круче, спасибо. Кстати, да, вот, мне кажется, что выяснять, типа там, спорить, кто выиграл, это, типа, как бы такое себе, главное, что батл вышел охуенный, веселый, неоднозначный, и это круто, да, то есть я вообще, в принципе, рад, то, что в этом сезоне Fresh Blood, при всей моей скромности, у меня, наверное, в каждом туре, в каждом этапе получается один из лучших батлов, да, то есть, ну, там, за исключением, может быть, этапа, где самый лучший батл был между Бови и Династом, вот, то есть, там, с Микси у нас вышло интересно, с Палмом тоже, по-моему, было круто, с ПМом, вот, поэтому заебись, что так, заебись, что вы это будете пересматривать, вот. Со старухой, да нет, наверное, батл был ужасным, ну, может быть, кому как, типа, когда в твоих текстах будут рифмы, там нет рифма, что ли, слушай, по-моему, были ведь, как так-то, дома буду батлить, не знаю, когда. Да я не грущу, ребята, все нормально, я просто сонный еще маленечко. Надеюсь, ФБ станет для тебя тем же, что и песни для PLC. Ну, не знаю, это очень разные проекты, вот, поэтому... Здорово, Гриша, из Пышмы, в Пышму салют. Вы там смотрите тоже эфиры? Это зашибись. В чем панч про Биг Мак? Короче, там строчка. Таких, как ты, брат, я веду под бит в ад, где тебе не быть, как Биг Пак Пип Мак. Биг Пак Пип Мак. Ну, типа, Бигги, Тупак, Лил Пип и Мак Миллер. Я перечислил имена ушедших рэперов. Вот. То есть там нет никакого Биг Мака, как это может быть слушаться. Вот. Мамбл рэп, видимо, у меня вышел. Так, Нижний Новгород. Ну да, действительно. Самый лучший твой батл на ФБТ против Микси. Ну, не знаю, может быть, может быть, может быть. А если в финал попадут чуваки, которые батлили в 6-м этапе, я не знаю. Это не ко мне, это к ресторатору. Что они там решат с финалом, ну типа, я уже думал, да, о том, что возможно мне предстоит батлить с Династом трижды и дважды, короче, подряд, это еще какой-то трэш, то есть я очень надеюсь, что мне этого не нужно будет делать. Это лучше батл на ФБ с МакКофи, ну кстати, вот наверное, он типа самый яркий такой. По крайней мере, это был батл, когда я читал строчки свои и думал, блядь, неужели я так охуенно, короче, что-то придумал, потому что орали почти что на все вообще. Какой лучший батл сезона?
Блин, трудно вообще сказать, как лучше батл сезона. Но вот то, что мне приходит на ум, вот Бови с Династом был крутой батл, веселый. Вот, и типа свои батлы называть в топовом числе я типа не хочу. Это слишком самовлюбленно. Так, обиделась на парня за то, что он посмотрел ваш батл без меня. Не нужно ссориться из-за этой хуйни. Ты что меня игноришь, дед? Это ты, что ли, пишешь мне, Данечка? Что-то я тебя не заметил. Против Паума слишком много кривлялся, поэтому проебал. Типа, слишком много кривлялся против Дани, наверное. Ну, кстати, да, типа, я это... Против Дани, мне кажется, переусердствовал с актерской и т.д. всей, короче, хуйней. Но мне хотелось сделать именно так. Именно просто угорать. Расскажи, это реально твой трек, о котором говорил Даня? Короче, в чем фишка вообще? Когда Даня начал цитировать этот трек, я до момента, когда он сказал, типа, что это трек, короче, Перегрина, я не понимал, что он, короче, делает. Потому что этому треку не соврать лет 6. Вот, это кавер на песню Lil Wayne I'm Single. Я его сделал чисто на стёбе, что-то, короче, перешел на студию, послушал трек у Lil Wayne, короче, как бы думаю, надо как бы сделать кавер, в общем. Как бы сделал, короче, выложил в сеть и забыл. Вот, и тут, короче, Даня начинает его цитировать, я такой, как бы, стою, думаю, что ты делаешь вообще, вот. А потом я понял, что за трек, думаю, ну, ты, конечно, нарыл. На самом деле, у меня есть хуже старые песни и еще более сопливые, вот. Ну, и плюс там, короче, Даня сломал ритм, то есть, если вы послушаете трек, там, малость не так. Такая тема. Мне вот интересно, как вы друг с другом общаетесь после батлов? В некоторых батлах прям адская агрессия чувствуется в зависимости от правдивости фактов. Да, типа нормально, вот с Даней часто списываемся, угораем. Бороду отпускаем. Да, короче, блядь, надо её сбрить. Я что-то забыл. Когда сходка в Пушме будет, что, типа, серьезно нужно? Давайте я как приеду, можно где-нибудь там в барке словиться. Мешочки под глазами отвоевали территорию. Да, Тома, есть такая хуйня, но я работаю над ним. Летай, придурок. Нет, летайчик, нормальный чувак. А что, как бы, все, он уже ушел? Да, нет, ты тут? Нет. Ой. Сойер сказал, что 6-й этап после РГ так и есть. Ну, это вот Сойер пусть с вами это и обсуждает. Да блин, почему пиздец? Что вам не понравилось в судействе у Энди? Он типа сказал свое мнение, что... Просто есть такое мнение, да, что, короче, Даня выиграл, потому что типа он смог, короче, прыгнуть выше своей головы, а я нет. Вот, и скорее всего Энди имел... в виду, что этого было недостаточно, как бы так и так, чтобы меня выбирать. Вот, наверное. Самый пиздатый батл против МакКоннана просто разъебал красава, самый пиздатый батл на ФБ. Ну, может быть. Ну, такой. Почему никто не любит Сойера? Да, Сойер нормальный чувак. Перегрин не бьет детей. Не по фактам, ребят. Сколько у тебя баллов на ФБ? Ну, сколько там получается? 3 за МакКоннана, 0 за Микси, 3 за Палма, 3 за Пиэма, 1 за Дан. 10 получается. Слово ИКБ живет, скоро будет ивент в сентябре. После ПМа трудно прыгнуть выше своей головы. Ну да, наверное, типа, когда выигрываешь такого МС, как Влад, нужно сделать какую-то бомбу жесткую. У меня это сделать не вышло, поэтому, наверное, я и проебал. Проебал. Не, ну, было не так. Пишешь уже текст против Династа? Ну так, немножечко. Любимой книги нету.
Передай, пожалуйста, привет. Кому передать привет? Не вижу. Слепой стал. Так, ну что, давайте еще что-нибудь обсудим. Я, наверное, пойду. Не будем сегодня час обсуждать мой, короче, толчок, потому что сколько можно. Странно, почему ты его даже не спрашиваете. Трек новый, я не знаю, может, после Нового года что-нибудь сделаю. У меня начаты демки какие-то, и, собственно, надо сделать. Самый пиздатый ватл против ПМа. Ну, как скажете, может быть. На самом деле, не мне судить. Салют с Тагила, Тагилу салют. На Новом году будешь в Пушме? Я пока не знаю, наверное, нет. Посмотрим, короче, ребят. Саратов за тебя, брат. Я Саратову салют. Казахстану салам. Бесконечно. Возможно. Ну да, наверное, короче, бесконечно. Ну, короче, трудно, да. Вот. Особенно очень трудно было батлить с Данией в том плане, что мы, короче, подошли к этому батлу немного в разных, как сказать, в разных статусах, что ли, короче. То есть от меня что-то как бы ждали, от него, наверное, нет. Плюс у него гораздо меньше бэкграунда, вот. И к пятому этапу про него что-то новое сказать было очень трудно. То есть я, по сути, мусолил какие-то старые темы, плюс добавил тему про джаз, по-моему, вот. То есть про рифмы уже было, по-моему, против него. Про актерку тоже было, короче, вот, то есть, по сути, ничего нового-то у меня в тексте не было. Как тебе презентация альбома «Шума» в ЕКБ? Было очень круто. Почему ты так долго не делал треков? Ну, потому что я, как сказать, знаю свое место, и я понимаю, что у меня, типа, ну, как бы я не хочу делать хуйню, не хочу штамповать и просто пичкать вас какой-нибудь шляпой, вот. Я, если буду делать песни, то это будет очень кропотливая работа. Странно, что трансляция не с ванной туалета, собственно. Да, там тесно просто. Старики рулят. Название фанфика? Какого фанфика? Толчок, покажи, уже заебал. Сейчас скажешь о Миксе, жаль восстановиться. Ну да, Микси что-то подсдал. Очень жалко. Ебать, встреча. И все так серьезно с ним общались, а он рофлил. Ну блин, в общем, вот те, кто думают, то, что мы реально на серьезных щах принимали Славу, вы очень как бы странные люди. То есть лично я, ну типа, местами, да, то есть я не мог выкупить, короче, вперед он или нет. Местами я рофлил с ним, короче, и вообще, типа, я не понимаю, почему вы так к этому серьезно относитесь, типа, о, он там рофлил, а вы такие, бля. Да. Будьте проще. Считаешь ли ты, что ты проиграл в батле с Летаем? Я уже сказал, типа, есть мнение судей, его никак не оспорить. Чем зацепил Эдвард руки-ножницы? Тем, что, ну, короче, это для меня как бы лучшая роль Джонни Деппа, а сам персонаж такой фриковый, но при этом добрый, вот. Ну, Леша Пчелкин, я типа не знаю, кто это. Ответь о полуфинал. Я не знаю, что будет дальше. Серьезно. Микси хуй. Фанфик про Палмы и Летая вроде с первого раунда. А, это из, по-моему, третьего раунда. Да, короче, мне как бы скинули как-то его. Вот, то есть я уже не помню деталей, к счастью. Вот. Но я, короче, поржал. Вообще, вот как бы люди, которые пишут такие вот фанфики, я не знаю, что у вас в головах. Кто считает, что пятый ФБ превратился в Дом 2? Это же просто немного другой формат с фишечками. Я не знаю, короче, почему люди так хейтят вот этот элемент реалити в сезоне. Мне кажется, это добавляет какого-то интереса, что ли, да? То есть ты смотришь на участников вне батлов, да? То есть ты знакомишься с ними, короче, ближе. И мне кажется, это круто, то есть что сезон не только батлы, вот.
Другое дело, что есть, конечно, моменты, как бы так себе, в этих встречах, да, то есть, допустим, встреча голубей мне показалась скучненькой в целом. Вот, ну вот это вот крайнее название фантика. Как это сказать, что пирокинезис, я вот буквально вчера послушал пару треков, неплохо, ну грустненько так. К творчеству Мирона отношусь, но я не слушаю не Репичу, но у него есть прикольные треки, есть прикольные куплеты. Допустим, мне нравится его куплет на «Мне скучно жить». Там круто. Даже Забэ вчера на стриме сказал, что ты проебал батл. Ну, это его мнение, как бы, окей. Ой. Не похож на Лешу Пчелкина. Вы уж как бы, блядь, решите. Читаешь, ну, это последнее, что читал. Блин, сейчас, короче, я уже, по-моему, больше года пытаюсь дочитать Мартина Идена. Мне кажется, я так и не осилю. Но думаю, что я справлюсь или что-нибудь другое возьму почитать. Сругался от радости при упоминании о себе. Ну да, Забэ любит, когда его упоминают. Реквизиты в описании, ребят. Умирает протест и андер. Блин, ну... протест, андер. Ну, как бы о каком может быть андеграунде идти речь, если это Versus? Типа, если это проект на миллионную аудиторию. Какой это андеграунд? Так... Меня игнорит из-за электромыши. Блин, Марк я типа не видел, честно. Сорян. Салют. Как дела? Это уже лицемерное лутфажительство считать, что новое зашквар. Замечал ли ты, что ПМ в своих текстах касательно задевает Мирона? Когда говорил мужчина, не говорит мужчина, это место. Это же... Вот именно в этой отсылке, типа именно эту отсылку я не понял, но... вообще, да, он даже как ведь этот бой читал про то, что Влад очень часто делает отсылки или там цитирует Мирона. Григо Фунфырик, да. Если на секунду вернуться к теме батл слетаем, то Энди Катрай, по моему мнению, сказал золотые слова, что это было просто и хорошо, как считаешь. Ну, мне очень трудно себя оценивать. Типа, я старался сделать интересно. То есть сделать на лайте, при этом с фишечками, да, то есть где-то пошутить, где-то типа сказать что-то дельное, короче, вот, и насколько у меня это вышло, судить вам. Руки встали и назад. Да вы... Почему встали? Руки стали и, понимаете, стали и назад. Панчи из 2000, какого получается, 13-го или какого там, 12-го года, блядь. Молодость, конечно, у меня была, знаете ли, очень такая бурная, блядь. Почему встали, хер его знает, а? У меня такая дикция, что ли, специально будем... Нет, я просто вот сейчас говорю вот так, ну, типа, потому что я, может быть, еще не совсем проснулся. Да, вот пишут, трек «Absent». Да, трек называется «Absent». Вообще, типа, я его хотел называть... Я свободен, потому что, типа, вот это как бы кавер на I'm Single у Лил Уэйна. Но что-то я решил, что будет absent. Господи. Образование высшее. Я информатик-экономист. А, такой милашка. Чем они прицепились к тебе насчет внешности? Спасибо, конечно. Хочу совместную фотку, как будет возможность. Ну, приходите. Допустим, сегодня накида, сфоткаемся. Майлз может забрать 4 ФБ? Ну, уже нет. Как бы у него с очками там проблемки имеются. Вы с Пемом также дружить после вашего... С Пемом мы пока что не общались, но я думаю, что все будет нормально, потому что мы оба взрослые парни, я думаю, и батл рэп нас вряд ли поссорит, так что мы там станем какими-то врагами.
Круто, что ты даже после стольких батлов не делаешь однообразно, как тот же Пох, и экспериментируешь. Ну да, типа, мне просто, если честно, было очень неприятно смотреть на себя в батле с Владом, на себя какого-то злого из-за полной как бы хуйни, по сути, да, то есть мне хотелось сделать что-то более доброе, но при этом колкое, ну вот. Зайди ко мне в инс, послушай трек. Окей, братан. Белые волосы снова не хочешь? Не, слишком кропотливо. Красить их потом... не. Уважаю ветеранов Нофум. Ой, блядь, а. Чё проебал? Ну, вот так вышло. Грустненько, да? Ой. У Династа 12 очков, охуеть. Как думаешь, у него есть шансы взять ФБ? Конечно, есть. То есть, вообще, Виталия, наверное, самый такой, как сказать, самый удививший всех участник. Да, то есть, его взяли, получается, вместо Сектора, и на него было довольно-таки сильное давление из-за этого. Но чувак справился в целом. Его батл многим как бы нравится, он выигрывает. Значит, это все не зря. Не злой, а харизматичный. Ну, окей, спасибо. Хочешь стать ментором в следующем сезоне? О, интересный вопрос. Мне кажется, я для ментора слишком добрый, слишком, как сказать, спокойный. Вот. Ментором, мне кажется, нужно быть таким более тираном, короче. Привет, привет всем. Ну, хом, откуда эта фраза? Ну, типа, на самом деле, корни... Фразы «no homo» в России идут от Драга, короче. Если вы даже, блядь, помните батл Мирона с Джонни Боем, там, по-моему, Джонни Бой что-то как бы сказал на этот счет. И так, типа, ну, эту фразу тот же Лил Уэйн говорит в песнях, как бы, некоторых. Вот. И, кстати, Даня спиздел насчет того, что после того, как я сказал, что Палм делает круто, я сказал эту фразу. То есть, вообще, за весь... сезон я сказал «no homo» только на корпоративе, вот когда я сказал, что «Летай обаятельный». Ну и вот, собственно, на как бы батле. То есть маленечко высосал из пальца, ну, похуй, как бы весело ж. И я, так, наверное, даже так спойлерну малость, что вы еще услышите эту реплику, эту фразу в дальнейших батлах. В этом сезоне. «Смоки Мо спокойно». Да, есть такое. Оценишь себя на битах. Ну, как бы, я бы, наверное, попробовал. Посмотрим. Больше всех удивил Плаум, ведь он на ФБ никогда не батлился. Ну, да, кстати, то есть, вот если не брать в расчет именно положение в турнирной таблице, там, количество побед, очков и так далее, то из новичков Плаум мне как бы нравится больше всех. Он самый охуенный. Обожаю твои треки, буду погибать и дождь. Спасибо, это очень старая песня тоже. Буду погибать я написал в 2012 году, а дождь, по-моему, в 2013, что-то, короче, такое. Вот, и дождь — это трибьют фильму «Ворон». Это один из моих любимых фильмов с Брэндоном Ли. Если не видели, гляньте. Очень-очень-очень крутой фильм. Забыл когда-то, что у тебя есть привычка говорить фразы вроде ебануться хуи. Не хуи, а туфли. Ну, хомо. Короче, да, одно время я вставлял в свои батлы фразочки в духе схуяли, загуляли, ебано-бобано, вот. Но потом я понял то, что это какая-то хуйня. Что про кого-то ноунейма говорил Майлз после... Ну, Лёня просто выпил, знаете, в 19 лет пить нужно аккуратно, иначе вот будет такая хуйня. Ворон ностальжи, да, короче, очень там прикольный, как сказать, прикольная энергетика, короче, атмосферка, саундтрек делал. Ну, короче, все как бы круто и, естественно, смерть. На съемках Брэндона Ли как бы добавляет этому фильму какого-то вот такого вайба, прям хэллоуинского, короче. Вот. Привет из Италии.
Неплохо, неплохо, абсолют. Что думаешь о судействе своего крайнего батла? Майки, нет, ничего не мстил. Ну, Майки не понравился мой кусок текста с Оскаром. То есть он посчитал, что это типа КВН. Вот. Лично я не считаю, что это прям КВН. Да, я там очень сильно кривлялся, но типа в этом как бы была фишка. То есть я хотел якобы выстебать, насколько Даня наигранно, театрально подает свой, короче, материал. Вот. Ну и плюс те, кто там, не знаю, обращают внимание на рифмы, могут заметить то, что в этом куски текста у меня все на двойных рифмах, и то есть типа считать это КВНом, ну может быть, то есть как бы это мнение MITD, но лично я не считаю, что это КВН, то есть фиг как бы знает. То есть если это КВН, тогда выступление Микси в Сомбреро, тогда что это вообще? Есть ли шансы на победу в сезоне? Я думаю, что есть. Посмотрим. Так. Что думаешь о судействе? Так, последняя книга, которую читал. Ну вот, короче. Мне кажется, пройдет год, а я буду рассказывать вам, что я все еще читаю Мартина Идена. Зачем ты менял ник в Ник в Твиттере? Да как бы... Я не знаю, короче, как можно серьезно относиться к такой вещи, как ник в Твиттере и, в принципе, к постам, короче, в Твиттере. То есть Даня, короче, прикольно выстебал твит про, короче, Григу Фунфырика, но, типа, это была шутка. То есть Браги меня так называл в жизни один раз, мы, короче, поржали, я это как бы твитнул и, типа, забыл, вот. Поэтому, типа, не знаю, как можно думать то, что меня так называют на самом деле. Хотя, в принципе, я не против. Так, какой лучший батл, который ты видел? О, хороший вопрос. Из русских, наверное, Хай Чейни. Потому что он имел под собой какую-то подоплеку прям, и это было особенно живьем. Вы там, кстати, на короче, видео видно мое красное сгоревшее лицо, вот, и как я просто стою в шоке от выступления Хайда. Вот, короче, Хай Чейни из русских, а из зарубежных, блин, наверное... Но мне очень нравится батл под Стея с Дизастером, допустим, охуенный. Так. Пьема люблю, пиздец. В судействе батлов не должно быть мнений, ибо судить объективно. Ну вот, как бы фишка в чем, да? То есть что значит объективно? То есть каждый судит по-своему, то есть ведь... Так или иначе, батл рэп это типа как бы творчество, да, то есть в чем-то. И если судить строго по критериям, то мне кажется, в итоге будет очень много одинаковых MC, да, то есть и тут так или иначе, я думаю, решает как бы общее впечатление, вот. Поэтому, ну, не знаю, то есть. Единственное, что когда судействе, короче, я похоронил, сказал, что, типа, если отбросить, типа, как бы рифмы и панчи, то Летай был как бы лучше. Но, на мой взгляд, рифмы и панчи, типа, это одни из главных критериев в тексте. То есть, типа, вот. Другое дело, что у меня панчи-то было в этот раз маловато, как бы, вот, поэтому... Так, хобби помимо батл-рэпа, даже не знаю, наверное, как у всех. Люблю, допустим, гулять просто по улице, короче, после работы. Вот это вот мое хобби, потому что на работе я очень много сижу.
Руки стали и назад. Какое название песни? Это трек Absent, можете его загуглить. Старый трек кавера Лил Уэйна. Слушаешь Мияги? Нет, не слушаю. Я слушал у них какой-то один трек, блять, не помню, как он, короче, называется. Ну, в смысле, слушал в плане репитил, короче. Но так нет, не мое. Так, я думаю, что уже скоро будем заканчивать, потому что мне нужно собираться. Да, я, наверное, сейчас уже скоро времечко подойдет. Вот, с вами, конечно, весело, но надо будет идти. Еще посоветую начать ознакомление с зарубежным батл-рэпом. Начни, не знаю, но посмотри батлы под Стея. Это чувак, который, я думаю, максимально выдерживает, короче, баланс между юмором, там, условным рэпом, там, типа, рифмы у него там и какие-то стилы такие, именно вот батл-рэперские. Плюс он дико харизматичный, он очень круто подает, вот. И, кстати, еще кто, блин, сейчас скажу. Допустим, из очень стареньких Uno Lavas смешной, то есть вот это такое чисто, короче, как бы комедий батл рэп. Мне очень нравится Illmaculate, очень нравится Conceited. Вот если, короче, брать именно тексты, то Conceited делает очень интересные игры слов. Вот, поэтому его гляньте. Так. Соня Мармеладова, это гнойный. Воу! Подъехало разоблачение. ФБ-4 закончится, мне кажется, где-то по весне уже. Так, как тебе общение с гнойным? Да как бы, короче, было весело. То есть я не знаю, почему многие относятся к этому так, типа, серьезно, типа, о, типа, гнойный, он вас троллил, а вы, типа, хавали это все, блять. Лично я сидел, пил и, типа, смеялся с ним, и все, типа, как бы, я как бы, конечно, мог встать просто и сказать, заебал, блять, и, короче, выйти, но, мне кажется, контент у нас вышел смешной в итоге. Спрашивали. Да. Батл гнойного против ПМ, а как думаешь, победит? Если, короче, Влад и гнойный будут батлить, то я думаю, что вот если Влад выйдет в такой же форме и с таким же зарядом, как против паровоза, то у гнойного будут серьезные траблы. Вот. А если Влад будет батлить как против Enrage, а как бы гнойный выйдет как в форме как против, короче, Мирона, то Владу пиздец. Вот. Поэтому тут все зависит от совокупности факторов. Но, конечно, типа, я типа гораздо больше болею за Влада, потому что, ну, типа, так или иначе, это мой кореш. Как относишься к тому, что PLC участвовал в таком телешоу, как песни? Не зашквар. Я не вижу в этом ничего зашкварного. Чувак делает хорошую музыку, достойную слушателя, достойную вашего внимания. И то, что он использовал телешоу как инструмент донесения как бы до вас этой музыки, я считаю, что это вполне норм. Тем более он никогда не позиционировал себя как андеграунд какой-то рэпер, да, то есть он всегда делал такое что-то более мейнстримовое в плане саунда, и я считаю, что это вполне нормально, что он был на песнях. Батлеров зарубежных, еще раз, Pat Stay, Uno Lavas, Illmaculate, Conceited, Shotty Horror, кто еще там, блин, Hollow the Dawn, крутой чувак. Да их много. Типа, на самом деле, там не пересмотреть. Вот. Можете, кстати, короче, глянуть фильм «Бадиет», и, собственно, вот там все топовые батлеры западные снимаются. Фото замутим, да.
Зачем тебе РБЛ, если тебя в основу взяли? Ну, РБЛ это немножечко все-таки как бы другое. То есть, если будет прикольный соперник, то я там побатлю. Парт Миронов, Страглс, я послушал один раз, мне ничего не запомнилось, если честно. Ошибки, да, понял, конечно. Чем тебя удивил Смоки? Даже не знаю, чем он меня удивил, но мне очень понравился его альбом крайний. Вот. Очень взрослый, очень такой, типа, с мыслями, которые интересно слушать. Ты же понимаешь, что если ты выиграешь Династа, то ПМ на свои два батла, ты на него в финале попадешь. А ты говорил, что не хочешь решения батлей. Будешь Династу сливать. Я думаю, что я буду решать эту ситуацию, эту проблему по мере, короче, поступления. Ну да, типа, батлить с Владом я больше не хочу. Вот. Посмотрим, что будет. Не хочется загадывать. Эфир, ну, я не люблю сохранять их, поэтому... Их же потом постят на канале Рэп Перископ, поэтому там как гляньте. Энергетика и давка в батле была только за... Будешь на RBL All Stars? Я не знаю, наверное, нет. Посмотрим. Так, давайте, короче, думаю, несколько последних вопросов, я пойду. Версус очень много хороших МС тоже похоронил, РБЛ. Ну, блин, типа, пиздатые МС есть везде. К гнойному отношусь нормально. Мне нравится Летай, но он явно проседает. Ну, у него было всего 5 батлов. То есть, типа, что вы от него ждете? Против меня он сделал хороший батл. Можешь назвать топ русских батл МС. Ой, в моем топе нету ничего необычного вообще. Вот, мне кажется, 99% батлеров назовут именно этих рэперов. Это PM, это DeepXSense, это Seymour, это Сектор. Вот, как-то так, наверное. Ну вот, Пох еще. Тоже крутой чувак. Почему ты проиграл Летая? Потому что так решили судьи. Тебе не кажется, что он неинтересный Династ? Ну, он делает такой, типа, каноничный батл-рэп. То есть, если вам не хватает в нем чего-то особенного, то, ну, может быть, это ваше мнение. Покажешь белого друга? Не сегодня. Сегодня я что-то вяленький какой-то. Мне даже вставать, если честно, лень со стула сейчас. Все, короче, давайте 5 последних вопросов, и я иду собираться на концерт. Да, короче, ЕКБ, те, кто сегодня свободны, приходите на концерт Кида. Будет круто. С Дипом бы забатлил, ну, может быть, чисто из спортивного интереса, но когда и... Я не знаю. Мне кажется, ты выиграл. Спасибо. Сайонара, дед, когда у Браги альбом. Я не знаю, но я жду. Вместе с вами. Потусишь за меня, Укида? Да, Толян. Кстати, я сейчас заряжаю телефон зарядкой, которую ты мне, короче, подарил. Крида. Нет, Кида. Егор Кид. На концерт Крида. No homo. Так. Пал может выйти в финал. Ну, мне кажется, да. Я просто не помню, сколько там у него очков. Как тебе Династ? Династ хорош. Умеет, могет. По батлям, я думаю, будет очередной охуенный батл с моим участием. Ждите, я буду стараться. Типа, я не знаю, удивлю я вас или нет, да, то есть, что скажут судьи, но я каждый раз стараюсь выложиться
Вот, просто получается по-разному. Поэтому, как бы, посмотрим. Ты что, не знаешь, будет ли... Я не знаю насчет следующего сезона вообще. К Смоке всегда относился хорошо. Крутой чувак. Так, ну что, наверное, короче, пойду я. Давайте спасибо всем за беседу. Скрасили этот день, обед. Что там сейчас, сколько времени-то уже. Вот, и я сейчас пойду, короче, собираться на концерт. Вот, может быть, на неделе по эфирам еще. Может быть, даже с ребятками. Вот. Так что... Короче, спасибо всем за поддержку по батлу, потому что я тут, короче, почитал комменты, и есть люди, которые топят за меня и, типа, как бы считают, что выиграл я. Спасибо вам, спасибо всем, кто считает, что выиграл Даня, но при этом не в тупую обсирают, а аргументируют со своей стороны объективно, да, то есть спасибо, короче, всем адекватным людям, вот. Даня, респект за батл. Я считаю, то, что мы сделали прикольно, и вы это еще будете смотреть и думать, кто же из нас выиграл. Вот, и поэтому, короче, респект всем. Руки встали, стали, ребята, стали. Мамбл рэп я не делал. Может, Даня так просто расслышал. Вот, ладно. Короче, я пошел. Давайте. Удачи вам. Хороших выходных. Вот. Ведите себя хорошо. Ждите следующий батл. И будьте счастливы. Пока.